То есть смотрите, фактом, вами осознанным, что ваше сознание не принимает решения, вы открываете для себя целое окно возможностей. Ваш мозг интересуется, а кто же принимает решения, а как принимаются решения. И дальше, когда у него появился этот интерес, он начинает поглощать новые факты, которые рассказывают ему, как это решение принимается. То есть я, если раньше я думал, что я должен просто перестать есть, чтобы похудеть, да, и у меня не получалось, я всем срывался и обнаружил себя у холодильника в ночи, да, то сейчас я понимаю, как это будет работать. Я понимаю, что меня ждет холодильник в ночи, да. Я понимаю, что я начну себе плести всякие разные объяснительные истории, рассказывать, что, ну, в этот раз я перекушу, потому что очень был тяжелый день, а вот с завтрашнего дня, вот точно, все начнется просто правильно. И я заранее знаю, что я начну себя уговаривать. Я же уже, как бы начну себя уговаривать, я буду знать, что я вру себе.